Умножение и деление целых чисел. Умножение. При умножении двух целых чисел умножаются их абсолютные величины. Перед произведением ставится знак плюс, если знаки сомножителей одинаковы, и минус, если разные. Это правило знаков при умножении. Из данных примеров следует, что в результате умножения двух чисел с разными знаками получится отрицательное число, а в результате умножения двух чисел с одинаковыми знаками – положительное. При умножении любого числа на минус 1 получится число, противоположное данному. Деление. При делении одного целого числа на другое делят абсолютную величину первого на абсолютную величину второго. Перед частным ставится знак плюс, если знаки делимого и делителя одинаковы, и минус, если они разные. Это правило знаков при делении. Из данных примеров следует, что частное двух чисел с разными знаками – отрицательное число, а частное двух чисел с одинаковыми знаками – положительное число. Ну и при делении любого числа на минус 1 получится число, противоположное данному. Как видишь, все достаточно просто. Подписывайся, если хочешь знать больше.